Абонд.
Дословный перевод молитвы Иисуса «Абун дебашмая» с арамейского на русский язык. «О, дышащая жизнь, имя Твое сияет повсюду. Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие. Представь в Твоем воображении Твое «Я могу сейчас». Облеки Твое желание во всякий свет и форму. Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждое мгновение. Развяжи узы неудач, связывающие нас, как и мы освобождаем канатные веревки, которыми мы удерживаем проступки других. Помоги нам не забывать наш источник, но освободи нас от незрелости не пребывать в настоящем. От Тебя возникает всякое видение, сила и песнь от собрания до собрания. Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда.